Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению ADS Bitcoin, где мы зарабатываем, устанавливаем расширение, вот такой вот значок. И на просмотре рекламки мы зарабатываем. Я проверила букс на вывод. Букс расширения. Все замечательно, друзья, платят. Как просматривать? Кто не знает, нажимаем. Ну, я вот 10 секунд, здесь самая короткая ссылочка. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку. Ждем, вот отчет времени идет. Видите, циферки. И заполняем капчу. Так, английский язык. Нажимаем вот на зеленую ОК. И здесь буквенно-цифровая капча. Нажимаем, разгадываем капчу. Большие буквы. 279Z. Далее клейм. Все, мы просмотрели. И таким вот образом мы просматриваем рекламку. Чтобы попасть на домашнюю страничку, нажимаем на зеленую вкладочку. Если нас выбила из кабинета, друзья, значит, мы что делаем? Вот здесь появится, как бы, нажимаем на желтую вкладочку, вводим просто свой email адрес и как бы попадаем на домашнюю страничку, в кабинет к себе. Так, значит, я вернусь сюда. Это я закрою. Значит, я вывела, набрала минимальную сумму, чтобы проверить побыстрее на вывод. Это мой первый вывод. 5026 биткоин сатошиков. Я заказывала вывод 9 числа. 10 мне пришел. Я забыла. Вот сегодня сейчас зашла в кошелек. Мне как бы пришли, ну, вывод в кошельке уже. Переходим в кошелек. И получен биткоин плюс 5026 биткоин сатошиков. 10-12 вот вчера пришли, сегодня 11 число. Вот он. Как бы уже все у меня завершено, естественно. Все замечательно. Расширение платит. Ну и здесь вот вкладочки, как бы это все можно просмотреть. Здесь афер, можно изменить биткоин адрес, юзернейм, тут все как бы. Далее здесь биткоин адрес, статистика моя, history. Депозит я ничего сюда не вкладывала. Виндраф, ну, реферал и АДС. Вот, все, комплект, замечательно, можно работать. Минимальный вывод отсюда 5000 в течение 24 часов. Вывод приходит на кошелек. Здесь вопросы-ответы прочитаете уже сами. Перевести можно это все на русский. Ну, в принципе, все замечательно. На этом все. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!